мне очень важно настроить себя с товарищами на такое состояние совместное, когда мы вместе помогаем друг другу в том, чтобы поддержать друг друга в этом духовном развитии. В первую очередь нам необходима важность цели, чтобы мы осознали бы, впечатлились бы друг от друга, что любовь взаимная, взаимная поддержка, взаимное наполнение, взаимная помощь в устремлении к подобию Творцу и вообще возлюби ближнего как себя, выход из себя ради других, он является наивысшим правилом, наивысшей ценностью не только человечества, а вообще всех миров, всего творения, всей природы. Если я такое впечатление получаю от своего окружения, и оно меня пропитывает, то у меня не остается никакого другого выхода. Я начинаю это правило, этот вообще идеал ценить. И тогда у меня есть силы работать на то, чтобы его достичь на самом деле. То есть мне необходимо здесь построить такие взаимоотношения между собой и моей группой, чтобы эта группа превратилась в окружающее меня пространство, общество, окружение. Чтобы это окружение давало бы мне два параметра абсолютно четких в моих ощущениях. Первый параметр – это возвышенность, идеал любви к товарищам, когда я выхожу из себя и полностью весь направлен на них, и все свое я оставляю только для того, чтобы соединиться и наполнить их. И второе ощущение от окружения должно быть – это низость, никчемность, пустота в моих собственных свойствах и желаниях. Если эти два противоположных впечатления я получу от окружения, у меня будут силы между ними, между собственной ничтожностью и величием цели, у меня будет такое напряжение, которое меня потянет вперед. И я захочу достичь того состояния, о котором говорится, как возлюби ближнего, как самого себя.